Вы мне скажите, что вы хотите там увидеть? То, что покажете. Все покажем. А потом, как пачка документов у нас, бабах. А безопасности. Не Валерия, вы мне ни одного письма не написали. А мы напишем. Я же не могу вам только на пресс-конференции. Вам ответили. Пишите письма. Все ответили. На сайте нашем все лежит. Хорошо, давайте поэтапно. Показывайте, что хотите показать. Мы все показываем. Помчались. Нам нечего прятать. Так. Так, где было 9, уже 8 стало. Но там журналистов полный автобус был. Они же были в касках. Ну что вы, нам не найдете еще две? Вопрос не в этом. Мы их знаем, а вас я, к сожалению, знаю не всех. Там мы все. Нет, разве можно знать всех журналистов? Ну, вы считаете, что вы их знаете неадекватные? Нет, мы их проверяли по корочкам, все как положено. Там мы все знаем. А вас мы идем на риск, потому что... Мы в бассейн прыгать не будем. Да все, я говорю, что все нормально. Никого не знаю. Не, мы тут не останемся. Это не та зона, где люди с Донбасса хотят остаться. Ух ты! Дмитрий, давайте. Желательно, если просто как бы совпадало. Сколько человек будет? 7, да? 7, да? Нет, 8. Ой, семеро козлят. Ну хоть уже 8 с волком. Вот тебе каска, Шел. Вот размер. Следим за участком по охране.
если вдруг кому-то станет плохо, сразу сообщайте. У нас есть амбуланс, у нас есть медик на участке, который может в любой момент выехать и помочь. Когда будем выходить на участок, пожалуйста, если кто-то будет выходить на предел огражденной территории, пожалуйста, зажигалки и мобильные телефоны с собой не берем. Или же мобильный телефон, если берем, то мы так включаем. Большая просьба. Это один из основных законов. В принципе, на короткий визит это основная часть, если у вас какие-то на данный момент вопросы по инструктору. Пройдем со мной, пожалуйста. Вот эта вот буровая установка, которая, собственно, осуществляет бурение. Все, что остальное видите вокруг, это оборудование, которое нужно для процесса бурения. Буровая установка принадлежит компании Saipem, которая является буровым подрядчиком. Остальное оборудование – это сервисные компании. Ну, например, компания Schlumberger, международная компания, которая оказывает сервисные услуги. Вот это, собственно, сама буровая вышка. Под столом ротора вот это вот красное оборудование, видите, это превентеры. Четыре превентера, которые закрывают пространство за трубами для того, чтобы не допустить выброса жидкости из скважины в случае, если пластовое давление окажется выше, чем то, что буровой раствор способен удержать. Ну, то есть для того, чтобы предотвратить выброс из скважины. Да, пожалуйста. Это вопрос с геологом, потому что на этом участке определенные геологические, так сказать, признаки обнаружены того, что здесь возможны залежи газа. Анализ геологической информации проводился геологами Shell. Информация, которая положена в основу, это информация украинских организаций и органов министерства. Как вы знаете, наверное, в Украине нефтяная газовая промышленность насчитывает десятки лет. То есть здесь тысячи скважин пробурены, в том числе в радиусе 5 километров. Здесь 3 или 4 скважины есть, которые пробурены как в советское время, так и уже после распада Советского Союза. Это данные сейсморазведки. Единственная дополнительная информация, которую Shell добывал, так сказать, сам, это сейсмическая съемка, которая в этом районе была проведена 2 года назад, которая, ну, как бы дополнительную информацию предоставила. Основной пакет данных геологических – это информация, которая существует с советских времен. Это я вам не могу сказать конкретно, это, видимо, с геологической службой какие-то контакты. Геологическая служба есть здесь на территории? Продолжение следует...
здесь вот выложенные трубы, это обсадные трубы, которыми обсаживается ствол скважины после бурения для того, чтобы загерметизировать ствол и отделить от окружающей, так сказать, породы в пространство за трубой, между стенкой скважины и трубой. Вот это вот закачивается цемент для того, чтобы закрыть, загерметизировать пустое пространство. То есть это вот один из видов труб. По мере бурения опускается несколько секций таких колонн, то есть по мере бурения размер труб становится меньше и меньше. Начиналось с такого, теперь вот уже вот такой вот размер. Да, бурение идет сначала, да? Но оно сначала идет просто в породе, да? А уже потом обсаживается трубой. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Жить, да. Да? Да. Да. А вот курица ведь с использованием какого-то бурового раствора. Совершенно верно. Да. Буровой раствор находится вон в тех вот зеленых емкостях, но сейчас мы увидим. Состав бурового раствора, этот раствор на водяной основе, то есть на пресной воде. Основной раствор, который сейчас используется, это раствор солевой. То есть основной компонент там соль, натрия и калия, калий-хлор, натрий-хлор. Плюс к этому там присутствует некоторое количество барита в качестве утяжелителя. Бариты? Барит. Барит. Это тяжелый минерал, который используется, нейтральный тяжелый минерал, который используется для увеличения веса раствора, для того, чтобы раствор мог противодействовать давлению пластов. Это все, что там есть? Нет, вот видите, вы же не дослушали, а я вам перечисляю. Кроме этого, там есть полимеры, которые нужны для обеспечения вязкости раствора. В случае, если pH раствора выходит за допустимые пределы, может использоваться каустическая сода для приведения раствора в норму. Используется карбонат кальция зерна. Полимеры, я вам точно химию сказать не могу, потому что я не химик. Это продукт компании EMI, Шлюмберже. Есть сертификаты и листы как МСДС, так и украинские сертификаты. То есть это все можно, я думаю, посмотреть. Это все есть в техпроекте, так что... А, в техпроекте, да? То есть его покажут, да, люди? Техпроект, да. Техпроект, он существует. Насчет того, что какую документацию и как, и в каком порядке, кому можно показывать и будет показывать и так далее, это вы, пожалуйста, задайте вопрос Анне. Хорошо. А еще, чтобы закончить этот вопрос, да. Как вы сначала говорили, да, то есть сначала бурение вот этим буровым раствором происходит просто в породе. Бурение первоначальное, до того, как пройдены водоносные пласты в первой секции, то есть до где-то 600 метров, бурение производится бентонитовым раствором, то есть это вода и бентонитовая глина. До 600 метров. Но да, в данном, как до... В зависимости от того, на какую глубину устанавливается кондуктор. В этой скважине на кондуктор установлен на глубине 450 метров. То есть он может быть на глубине 500-600, в зависимости от геологических условий. Но в любом случае это после прохождения водоносных слоев. Вот эта жидкость, которую вы видите в амбарах, это здесь есть некоторое количество раствора, который вместе со шламом попадает. Но основное это дождевая вода и талая вода. То есть здесь концентрация веществ из раствора, она небольшая, но вещества из раствора, я говорю, это солевой раствор, то есть натрий, хлор, калий, хлор, полимеры для поддержания вязкости, бентонит для придания веса, то есть это вот основные компоненты. А что значит талая вода, дождевая вода? Ну, яма же открытая, дождь идет. Да. А запах? Что? Запах. Запах? Я не знаю, я не чувствую. Вы чувствуете какой-то запах? Я чувствую запах. У вас очень чувствительное чувство обоняния. А скажите, пожалуйста, сейчас вы на какой глубине бурите? Сейчас примерно 3200 метров. 3200 метров. Да. То есть вот эта вода, я так понимаю, она возвращается обратно, да, потом сходит? Эту воду можно использовать в хозяйственных целях, то есть для, например, омывания, вибросит и так далее. Для приготовления раствора в таком виде она непригодна. Что будет с этой водой дальше? Сейчас мы изучаем варианты возможной утилизации буровых отходов, то есть, соответственно, через организации, которые занимаются очисткой и утилизацией жидкостей.
Насколько я знаю, где-то 5 организаций сейчас рассматриваются. Я не могу назвать, то есть наши экологи и специалисты по логистике этим занимаются. Естественно, мы не выкачиваем и не сливаем это где попало. То есть проверяется технологический цикл, как они очищают, какими методами, до какой степени чистоты они очищают и куда они потом это девают, то есть где в конце концов эта вода оказывается. Вот этот процесс сейчас изучается. Вопрос. Объем одного резервуара? Объем здесь 7 500 кубометров, вот эти 4 ямы. Всего? Четырех? Всего в четырех 7 500 кубических метров. Скажите, пожалуйста, эта жидкость сейчас радиоактивная ведь, правильно? Нет. А почему? Она же была, вы же сами сказали, 3000 километров. 3000 метров. Ну, 3000 метров, да. 3000 метров. Жидкость же это должна быть радиоактивной. Нет, не должна. Почему она должна быть? У вас же, я понимаю, все документы есть на бурение, правильно? Безусловно. Это продукт бурения. Ну, технически. Отходы бурения, отходы, да? Бурения. Да. А почему вы только сейчас рассматриваете вопрос утилизации и, в общем-то, не можете четко сказать, как проектом предусмотрена утилизация? Потому что мы тщательно проверяем как технологическую цепочку утилизации, так и документальную основу. Этот процесс начался не сейчас, этот процесс длительный. К сожалению, не так просто в Украине найти организации, которые полностью на 100% следуют как требованиям компании Shell внутренним, так и украинскому законодательству, поскольку мы никаких, так сказать, вот этих вот... Так, а может, надо было и не начинать бурение, пока вы не нашли... У нас существует в техническом проекте существует решение о временном, о методе временного хранения отходов бурения на площадке в процессе бурения, в этих амбарах с покрытием вот этой вот пленкой, которая соответствует, так сказать, практике, применяемой в Украине, законодательству и так далее. То есть во многих случаях отходы бурения захораниваются прямо на месте бурения, как вы знаете, если они четвертого класса опасности. Вы хотите сказать, что компания Shell этого делать не собирается, то есть вот то, что вы видите сейчас, это исключительно временное решение до того, во-первых, до окончания процесса бурения, потому что одновременно вести бурение и утилизировать отходы, как вы видите, практически невозможно и небезопасно. И второе, это вот именно документальная сторона того, чтобы убедиться полностью, что куда мы будем сдавать на утилизацию, что эти люди действительно будут работать полностью в соответствии, под контролем и так далее. Вы считаете, что это вообще практика Shell такая есть где-то в мире, что начато бурение, есть, в общем-то, вода пластовая и не решен вопрос ее очистки. А вдруг на Украине будет проблема с очисткой? В общем-то, это шапленным образом технический цикл. Вот насколько вы уверены, что вы найдете то, что вы хотите, сможете проконтролировать, да, то, что вы хотите? И насколько мы уверены, потому что мы знаем, что есть такие организации, и даже если с технической точки зрения что-то не до конца соответствует полностью стандартам, всегда есть вариант инвестирования каких-то средств и приведения стандартов в соответствие с требованиями. То есть этот вопрос всегда только времени и денег, было бы желание. Поэтому мы уверены, что мы найдем решение, которое будет полностью соответствовать всем требованиям. Так, смотрите, такой еще вопрос. Рахим Талий говорил, что идет защита водоносных горизонтов, значит, вопрос обсадных труб, там количество обсадных труб. На какую глубину у вас обсадные трубы на этой скважине? На этой скважине первая колонна, направление 20-28 дюймов, это на глубине 25 метров, но это только как бы шахтное направление. Первая колонна – кондуктор, которая защищает, которая есть первый барьер для водоносных горизонтов. Она на глубине 450 метров, размер 20 дюймов, зацементирована до поверхности. Следующая колонна, опять-таки, от поверхности спущена на глубину 1315 метров, размер 13,3 дюйма. Следующая колонна, третья, в данный момент три колонны спущены, 9,7 дюйма до глубины, ну вот где мы сейчас находимся, 3200 метров. Следующая колонна после бурения вот этого интервала, который мы сейчас бурим, это хвостовик, то есть она не поднимается до поверхности 7-дюймовой. После этого опускается еще одна колонна 4,5 дюйма, которая уже будет эксплуатационной колонной. То есть в результате будет на глубине от 25 до 450 метров будет 4 слоя обсадных труб. Ну, извините, это вытекающий вопрос. Это все-таки вы до какой глубины прицельно охраняете пресные подземные воды на участке бурения? До какой глубины? Или о каких вы водоносных горизонтах, которые требуют защиты, вы знаете, как технолог и осуществляющий контроль здесь за процессом? Вплоть до перекрытия нижнего мела. Это какая глубина? В данном случае на этом участке, если я не ошибаюсь, это было где-то в районе 290 метров.
смотрите, вы сейчас сказали 290 метров, но Валерий Яковлев в присутствии Татьяны Бобровицкой говорил, что в месте бурения находится на глубине 700 метров Севарское месторождение пресных вод, значит, 400 квадратных километров, это евразийский запас пресных вод. Я не могу комментировать месторождение пресных вод, которые в нашем геологическом прогнозе не фигурируют. Этот вопрос лучше задать геологам. В общем, в принципе, наверное, сейчас мы говорим о том, что у нас есть какая-то информация, которую вы не подтверждаете, о том, что здесь на глубине 600 метров есть пресный горизонт. Нет, воды. Мы не подтверждаем, мы на такой глубине мы пресных горизонтов не видели. Не видели, да? Нет. Значит, у вас идет защита, это 200, вы сказали, 200? Нет, защита у нас идет на глубине от 450 до 1315 метров у нас. Три слоя обсадных труб от 1315 и так далее. Обсадные трубы, они могут связаны с технологией получения углеводородов и другими. Это метод защиты, вы про защиту говорите, это метод защиты. Самый нижний горизонт пресный, который вы принципиально защищаете, это вы сказали 450. Мы защищаем все горизонты, потому что даже с технологической точки зрения любые заколонные перетоки, любая коммуникация Хорошо. Продуктивного пласта, даже не с пресными горизонтами, это плохо с точки зрения производственной. Извините. Поэтому защищается с точки зрения герметичности от начала и до конца. Ну, понятно. Ладно, все-таки, значит, получается, о горизонте на глубине 600 метров, 600-700, вы не слышали о пресном. О севашском месторождении, да. Пресном горизонте на глубине, да. 700 метров. В данной точке я не слышал, в геологическом прогнозе его не было. Валерий, как вы знаете, я думаю, что Яковлев был человеком, который участвовал в оценке влияния проекта на окружающую среду, которую делала это наша независимая компания. Это не тот Яковлев. Он с ним общался, и мы с ним тоже общались. У нас нет данных, которые подтверждали наличие этого ресурса на данной площадке. И это утверждено с экологической организацией Харьковской области. Какой? Харьковское управление по вопросам науки. Ну, вы говорите о Евгении Яковлеве, правильно? Я говорю о господине Яковлеве, сейчас прошу точно уточнить его имя. Ну, я говорю об информации, которая была сказана 14 декабря на громадских слуханиях при областном управлении. Вы здесь ресурсов, собрались, да. Поставить на объект, давайте будем... Не, мы здесь собрались, на самом деле, знаете, что мы сейчас вот говорим один из вопросов технологии, это охрана вод. Вот. Я, например, сейчас не задаю вопрос, например, вот сейчас вот птичка подлетит и попьет. Вот вы ждете, пока сейчас вопросы утилизации будут решены, а я вам скажу, что объект, который в засушливом месте может привлекать, в общем-то, животный мир, я сейчас не вижу здесь защиты, там у нас сетка отгораживает. Мы сейчас вопрос не обсуждаем. Принципиальный вопрос, говорю о том, о каких водоносных горизонтах известно, какие приняты меры. И я понял, что в севашское месторождение 670 метров, оно, я понял, не фигурирует в документации. Ну, это как бы я для себя понял, я может неправильно. Документация не фигурирует, в конкретных геологических исследованиях, проведенных в этой скважине, признаков не обнаружено. Не обнаружено? Спасибо. Дальше продвигаемся. За какое время вы прошли вот эту глубину? С октября, то есть это 6 месяцев. Полгода, да? С октября прошлого года. Да. 2012. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще вот тратится здесь воды? Тратится воды, вот если вы посмотрите, вот там вот одна водяная скважина, и вот в том конце площадки другая. Эти две, из этих двух водяных скважин на сегодня примерно... Нет, водяная. Водяные 132 метра. А есть еще какие-то скважины для утилизации или еще какие-то нет. На площадке? Нет, нет, больше ничего нет. Три скважины, две водяных, мелких и одна вот эта. А, то есть вот из этих двух скважин на сегодняшний день порядка 6200 кубических метров. Примерно. На 6 месяцев. Смотрите, бурение подразумевает гидроразрыв. Я понимаю, что есть документы на бурение, но на гидроразрыв еще документы нет. Да, бурение не подразумевает гидроразрыв, это две разные операции. Бурение – это процесс разведочный, то есть если будет подтверждено наличие газа, соответствующие условия и так далее, то одно из условий добычи этого газа, если подтвердится теория газа плотных песчаников и так далее, это гидроразрыв, который обычно методика в течение последних 60 лет применялась, в том числе и здесь с целью интенсификации притоков, то есть увеличения притока газа, который может и сам по себе идти. В данных конкретных условиях газ сам по себе идти не может из-за того, что порода очень плотная. Надо ему создать путь для притекания в скважину. Для этого используется гидроразрыв. То есть это на этапе испытания скважины после того, как что-то подтверждено. То есть это действительно это два разных процесса. С точки зрения технического проекта, да, технического проекта на гидроразрыв еще не существует. Он в работе, поскольку для того, чтобы детально прописать технологии гидроразрыва, надо
иметь достаточно много данных о конкретных геологических условиях. То есть пока мы не начали бурить скважину, писать конкретный проект под гидроразрыв – это бессмысленно. Поэтому техпроект сделан на этап бурения, и сейчас идет разработка техпроекта на гидроразрыв. В ходе вашей информации, вот неужели вы, как представитель ШИЛ, сейчас уверены о аналогичности гидроразрыва, который будет применяться ШИЛ в плане химии, в плане давления, в плане многих еще технических процессов, говорите о аналогичности его тем гидроразрывам, которые проводились на предприятиях украинской газодобычи? Неужели, вот просто вопрос сейчас, говорите, это уже давно он применяется? Я говорю о технологии. В технологии нет ничего нового принципиально. Есть два основных вида смесей для гидроразрыва, основных класса, и отличается конкретный набор. Естественно, отличаются давления, точно так же, как скважины. Вы же не можете сказать, что эта скважина уникальная, никогда не бурилась, только потому, что ее глубина 5250, а другие скважины были, может быть, 5400 или 3500. Это скважина. Точно так же гидроразрыв – это гидроразрыв. Конкретные параметры гидроразрыва, да, естественно, они будут отличаться. Это глубина скважины 5250, то есть залегание этих пластов на глубине 4000-5000 метров, да, естественно, они могут потребовать более высокого давления, чем, допустим, гидроразрыв для интенсификации притока из пористого пласта на глубине, скажем, 3000 метров. Хорошо, да? Вы прекрасно же понимаете, да, что когда мы говорим о гидроразрыве, мы говорим о влиянии гидроразрыва на определенную среду. И когда вы сейчас говорите, что параметры этого гидроразрыва принципиально отличаются... Я этого не говорил. Нет, вы говорите о давлении, правильно? Вы сказали, что давление другое. Давление может быть другое. Я не знаю подробностей каждой работы по гидроразрыву из сотен и тысяч проведенных в Украине, поэтому я не могу говорить, что они отличаются принципиально. Я могу сказать, что каждая техническая работа по бурению, по испытанию, по интенсификации, естественно, в каждой работе, на каждой скважине есть какие-то свои особенности, поэтому, естественно, я не могу сказать, что эта работа будет абсолютно идентична другим. Но я также не могу сказать, что она будет принципиально отличаться. Это вопрос терминологии. Вопрос такой, в каком диапазоне давления будет гидроразрыв вообще? Какой может быть? Диапазон давлений на поверхности может быть в зависимости от прочности пород и определенных других факторов, от пластовых давлений, может быть, скажем, где-то от района 8-9 тысяч PSI, это, Стас, в атмосферах это сколько получится? Это 600 атмосфер. 600 атмосфер, до, скажем, до 12 тысяч PSI, это 800, да, где-то так? Ну, вот где-то вот примерно вот такой 800, диапазон. 800 атмосфер? Да, на устье. На горизонте где-то? На горизонте надо считать гидростатику по формуле Rho GH в зависимости от того, на какой глубине будет горизонт. Ну, смотрите, ну давайте, я этого не считал, давайте скажем, глубина 4000 метров, плотность жидкости гидроразрыва, скажем, на сколько? В зависимости от того, сколько пропанта, сколько там полимера, ну, 1,2, да, где-то. Потери на трение, плюс еще надо учитывать. Ну, где-то 1,2, скажем. То есть гидростатика, вот 4000 метров с плотностью 1,2 грамм на сантиметр кубический по формуле Rho GH, плюс накинуть еще, скажем, процентов. Сколько? 480. 480, да. То есть вот, ну, вот где-то вот такого рода давления на уровне пласта. Но это определяется прочностью породы, что, опять-таки, в свою очередь, определяется геостатическими давлениями, которые очень сильно могут варьироваться. Вот еще, извините. Илья, можно продвинуться очень-очень медленно? Сейчас один вопрос. А мы готовы? Да, собственно, там с той стороны то же самое, только один с другого ракурса. Одно из, так сказать, результатов гидроразрыва – это может быть сейсмические явления. Ну, я скажу так, может быть, отвечу, так как вы, так и я, может быть. Да. Вот. Насколько вы считаете, это может быть вредным, насколько это может быть амплитуда, магнитуда, ну как да. Вы, какую информацию? Да. Информация, которую я знаю по этому поводу, сейсмические явления, связанные с гидроразрывом, которые зарегистрированы, абсолютно большинство из них, они находятся в микросейсмическом диапазоне, то есть это то, что можно уловить только датчиками. Собственно, это часть, ну скажем, меньше 1 балла по шкале Рихтера. То есть для этого
этого специально при проведении гидроразрыва специальные микросейсмические очень чувствительные датчики используются для того, чтобы отслеживать рост трещин, потому что просто так стоя не услышишь, как оно там пошло. Единственный случай землетрясения, которое вроде как связано с гидроразрывом, мощностью где-то до 2 баллов, да, 2,5, 2,4, зафиксирован в Великобритании в определенных условиях конкретных и так далее. И не компания «Шелл». Значит, здесь в конкретных условиях Днепрово-Донецкого бассейна, где нету, так сказать, тектоники изначальной, очень трудно что-то вызвать искусственно в таком масштабе. С точки зрения самого процесса гидроразрыва, почему-то существует такое мнение, что это удар, взрыв и так далее. Это нет. Это что такое гидроразрыв? Скважина заполнена жидкостью. На эту жидкость поддается давление насосом. Вот и все. То есть давление увеличивается. В какой-то момент порода начинает трескаться. Никакого удара, взрыва не происходит. То есть вот насколько может произойти сейсмичность от образования микротрещин на глубине 4000 километров? Знаете, что сейчас мы закончим на эту дискуссию. Вот. На самом деле у вас как бы во многом сейчас субъективная информация, потому что, например, вы опять сейчас подтвердили, Татьяна Бабарицкая говорила о том, что сейсмика не опасна в сейсмически неактивных зонах. На самом деле ученые, можно перечислять, давайте без фамилии сейчас, они предупреждают о особой опасности сейсмики в неактивных зонах. В том числе те землетрясения в Великобритании, о которых вы сейчас говорили, они вызваны вне сейсмически активной зоны. И последние данные, если они интересны, то землетрясение в Оклахоме, где 5,6 баллов, где были разрушены здания, точка зрения сейчас доминирует о том, что было связано с добычей именно сланцевого газа, имеется в виду применением гидроразрыва. Я в школе физику учил, поэтому мне очень трудно рассказам, без фактов комментировать. Поэтому я не могу, я не могу прокомментировать. Если вы хотите меня убедить в чем-то, я готов с большим удовольствием посмотрю факты по этому. Если у нас сейчас дискуссия... Михаил, не в том дело. Вы посмотрите, приезжал Грехимтали, последняя точка задания вопросов. Значит, вы сейчас как технический специалист, который осуществляет здесь деятельность, это последняя точка вопроса. Бурение. Нет, если у вас есть вопрос, задавайте. Вы мне что-то рассказываете, на словах сказал, не надо. Грибала, расскажите мне с фактами. Это не вредно для людей. Понимаете, здесь мы сейчас слышим о одном балле. Для меня это важно тоже, что вот есть данные 3 балла, а есть данные об одном. Поэтому, в принципе, спасибо. Вы на мои вопросы ответили, как хотели, я услышал. Okay. Спасибо. Продвигаемся, тут уже просто очень долго. Это водяная скважина, да. Вам это интересно. Вы гидроразрыв, вы нам как-то интересно, я вас объявляю.
журнал учета. Принеси, пожалуйста. У кейса в офисе. Журнал учета. На каждой скважине счетчик воды. Ежедневно заносится расход в журнал учета. Стас сейчас принесет, покажет. Конкретная схема оплаты, ну, я не знаю, Анна, может быть, вам может организовать. На гидроразрыве требуется очень много воды, да? Так ведь? Что? Это все относительно. На гидроразрыве требуется очень много воды, так? Это относительно. Ну, мне интересно в цифрах. Вы не знаете, да? В среднем, я могу сказать, в среднем по аналогии с похожими геологическим строением и методом разработки месторождения, с которыми можно сравнивать, в среднем на одну стадию гидроразрыва, которых может быть несколько в этой скважине, требуется до 5000 баррелей воды. 5000 баррелей – это примерно 870 кубических метров, ну, скажем, 900 кубических метров на одну стадию. То есть, это считайте, если чем мощнее пласт, тем больше потенциальных зон, с которых он может производить газ. То есть, если это 5 таких зон, то это 4500 кубических метров. Если 6, то, соответственно, ну, вот. Это будет прописано в технических проектах? Это будет, да. Хорошо. Вы в курсе, что там газ – это вододефицитный рынок, конечно, в курсе. Если в результате вот этих, ну, скажем так, деятельности по поиску, да, то есть тратится вода, которая, в общем-то, лежит, ну, жителям Украины, это собственность. То есть, в общем-то, по факту, то есть вы ищете газ, как вы сейчас объяснили, вы не очень даже знаете, будет он здесь, допустим. Тут вон скважина. Спасибо. Большое количество. По сравнению с чем? Так это что? Это вода, журнал, да? Да, ну, просто, то есть, у вас есть интерес, вы искали, вы экспериментировали. Вы сказали, что курение, то есть вы... Дом свой отапливаете чем-то? Дровами. Ездите? Я дровами отапливаю дом и сажу очень много деревьев. А, вот так, да, я поняла. Да. Ну, супер, к сожалению, таких как бы немного. Значит так, это... Вот общий расход из этой скважины 2508. Так, вы говорили, Стань, а кому платится и куда, и по какой цене? На самом деле есть тариф установленный. Честно, как бы я не знаю, это второй скважины 4593. Ну, 7 тысяч, грубо говоря. То есть это сколько вы тратите, да? А значит, сколько и кому вы платите? Платится это в Первомайский. Первомайский район. Кагильского района. Давайте мы его найдем. Давайте мы найдем. Мы же вас не ждали сегодня с вашими вопросами. И, собственно говоря, сформулировать итог. Мы же еще пока здесь, у нас идет процесс. А когда мы вышли за ворота, процесс закончился, и мы подведем до слова. Уделите нам внимание, да, тем более, что... Конечно. Спасибо. Пройдем. Глубина вот этих амбаров, озер. Где-то это не озеро, это шламовые амбары. Это где-то метра, наверное, 4. Короче, вот эти вот все 4, их общий объем 7500 кубических метров. Общий, глубина 4 метра. Где-то 4 метра. Вот Укргаз. То есть УГВ. Это сделало все ШИЛ вместе с Укргазом. Да, это совместная деятельность ШЭЛ и УГВ. Да, то есть ШЭЛ и УГВ здесь. Партнеры на уровне компании. Теперь конкретно работа вот здесь по
бурение этой скважины разведочный этап, который предусматривает бурение до 3 скважин. Это первое. То вот этот вот конкретный небольшой разведочный этап, финансовая и операционная ответственность полностью Shell. То есть Shell за свой счет, по своим правилам, стандартам, своими силами бурит эту скважину. Скажите, пожалуйста, то есть вот по этому проекту, это имеется вот только по этой скважине, вот такое партнерство именно вот с такими стандартами, или, допустим, по каким-то еще другим, которые тоже определяются тем же договором, который вот указан на вот входном вот этом стенде? Да, это договор о совместной деятельности. Под этот договор подпадают 6 лицензионных участков владельцами лицензии, на которые является Укргазвыдобывание. Shell является партнером с технической и финансовой стороны. То есть это 6 лицензионных участков, и вот на этих 6 лицензионных участках первый этап работ разведочных предусматривает бурение до 3 скважин. То есть вот этот вот этап работ, это вот эта первая скважина, вторая скважина, которая сейчас в разработке, технический проект пишется в Харькове, Харьковским институтом УКРНДИ ГАЗ, это Новомичебиловская 100, и может быть еще одна скважина. Вот это весь объем работ, который в рамках вот этого проекта, о котором мы сейчас говорим. Валерий, давайте заканчивать. Приехали издалека, вот, в общем, активисты с районов Донбасса, значит, которые, в общем-то, которым сейчас идеологически навязывается в дальнейшем Shell-партнерство через Юзовскую площадь. Вот, и приехали к объекту, который эксплуатирует Shell, значит, с вопросами. Значит, у нас простые вопросы сейчас, и мы бы хотели иметь ответы в форме, комфортной для донесения еще тем громадам, тем тысячам, которых их волнует. Первое. Нам нужны документы на ваше усмотрение, любые, которые подтверждают безопасность технологий, которые вы, может, будете здесь применять. В том числе идет разговор о гидроразрыве. Что нам нужно? Нам нужно какой-то документ, где в конце будет написано или Shell, или Шлимберже по договору Shell, которые смогут изучить наши ученые на предмет параметров. Понятно. Значит, форму донесения этого документа можно разослать, можно вывесить на сайте. Но это через вас, понятно. Хорошо. Нет, зачем через меня? И через сайт, и через вас. Это должна быть форма, удобная Учтено. Для всех людей. Она должна быть скачиваемая. Вот. Значит, дальше. Любая другая информация, подтверждающая безопасность, подтверждающая учет всех рисков, подтверждающая какие-то страховые случаи. АВОС на нашем сайте уже лежит. Еще сайте, раз хочу, да. Еще раз, подождите. Еще раз. Значит, слово АВОС забудьте. Слово АВОС – это ваш документ, необходимый для вашего общения с нашим государством. Он может быть, может не быть. В таком случае вы можете работать, можете не работать. Послушайте меня внимательно. Вы должны предоставить любые документы на ваше усмотрение, которые доводят безопасность тех технологий, которые вы здесь собираетесь применять, в том числе технологию гидроразрыва. Документы должны быть и детализированы, и профессионально обработаны до состояния понятности профессионалам, еще раз говорю, профессионалам, мы обратимся к независимым ученым с этими документами, на которых обязательно должна стоять или подпись, или печать Shell, или ответственного лица. Ну, хотите, можете без печати, вдруг она у грехи мотали, а он уехал. Ну, тогда вашу подпись надо заверить. Эти документы громада будет изучать. И если она увидит, что безопасность доведена и нету спорных вопросов, как минимум она будет эту технологию, наверное, как минимум не отвергать. Если возникнут спорные вопросы, которые уйдут в определенную технологию, это будет предметом серьезных профессиональных встреч, где приедет Яковлев и скажет, здесь на 700 метрах водоносный горизонт, а Михаил Грицкий скажет, его здесь нету. Это будет отдельный совершенно вопрос. Первый вопрос. Второе. Я сделал акцент сейчас на экологию. Второй вопрос – это вопрос экономического смысла для громад. Значит, что это значит? Первое. Или на предмете Первомайского района. Вот вы уже конкретно работаете, у вас конкретно горит свет. А в селе конкретно свет не горит. Я сегодня понял со словом Намчука, что они торжественно будут включать свет. Но, значит, мы о чем говорим? Мы говорим о суммах какой-то инвестиции, которые будут потрачены непосредственно на громады. Люди не уверены, что та схема распределения ваших отчислений, которые будут идти через наши органы, разные органы и их членов, дойдет до громады. Подождите, приехали издалека. Значит, еще, не надо, чтобы, то есть мы послушаем. Смотрите, еще, чтобы вы поняли, в чем суть вопроса. Когда вы торжественно едете по городам Донбасса, и вам нагоняют бюджетников, а внизу стоят люди в количестве 500
100, 1000, 2000 человек. И вам зачитывают вопросы, а Татьяна Бобровицкая, скажу честно, кумедно, рассказывает о том, что «Газленд» — это художественный фильм, это вранье. Я вам сразу говорю, это вранье, она это сказала Славец. Это неправда, как бы? Еще раз говорю, это фильм, который признан в Америке Академией, что это документальный, он номинировался как документальный фильм. А это мы приводим в что? Что многие члены, которые представляются представителями ШИЛ, они так представляются. Мы не знаем, кто они такие. Они свое субъективное мнение выдают за мнение компании. Или могут действовать в рамках договора с компанией, в рамках отставания корпоративных интересов. В общем, Анна, мы очень хотим в полном объеме, на ваше усмотрение, документы с печатями, подписями. И скажите, в какой форме и когда вы это предоставите, вот как вы сейчас это видите, этот вопрос? Ну, мы сейчас пообщаемся с нашими коллегами, с юристами, с экологами, со всеми остальными и предоставим это соответствующим требованиям украинского законодательства сегодня, и нашими стандартами. Анна, вашими стандартами, значит, ваши стандарты никто на Украине в письменной форме не видит. Они лежат на нашем сайте, Валерий. Анна, ваши стандарты, та детализация, которая там, мы охраняем, чтобы не ходили, мы сейчас на нас одели, а машина заехала без, значит, не помыла колеса, и люди заехали совершенно, что это не свои, это наши. Людей, да, это наши, это свои. Ваши стандарты в той детализации, это для ваших сотрудников. Мы немножко тут, я вам скажу, здесь активисты экологические, это самое. Мы сегодня не получили ни одного документа, и мы не доверяем информации, которую вы нам дали. Не Валерий, доверяем. Ну, как бы, Анна, что это значит? Давайте будем откровенны. Анна, вы не предупредили, что приедете, Анна, мы вам все привезли. Мы предупреждаем. Меня первое. Вы не предупреждали. Анна, мы вас сейчас предупреждаем. Хорошо, я поняла. Хорошо. Мы сегодня не получили ни одного ответа в письменной форме, ни одного документа. И мы еще приедем за этими ответами, за этими вопросами. Хорошо, Валерий, спасибо большое за ваше время. Когда вы каким-то образом донесете присутствующим сегодня... В ближайшее время я вам отвечу, что мы будем по этому поводу отвечать. Спасибо большое. Спасибо большое, Валерий. Спасибо большое. Спасибо большое за конструктив. Есть. Письменно ничего не предоставляет. Вы даже с нами разговариваете, понимаете, как с клоунами. Очень неуважительно. Посерьезнее как-то, действительно. Да, вопрос. Да, наверное, не просто простите, я просто замерзла, у меня как бы... Ну, вам все не нравится, что мы делаем. Я прошу прощения, как бы, ну, все, что мы не делаем, все вам не нравится. А вы с нами как склон. Анна, ну, совершенно, Анна, подождите, ну, совершенно просто. Вот, например, смотрите, я услышала вопрос, Анна, ну, и я сказала, что я вам сейчас отвечу на ваши субъективные. Смотрите, идет строительство атомной электростанции. Люди могут просто не хотеть атомную электростанцию. Они не хотят смотреть на каком-то этапе документы, которые будут. Тут уже возвели корпус. Люди просто не хотят этого процесса. И сейчас вы делаете, и документы не предоставили. Это реально нам напрягает. Документы по данной скважине есть, по бурению данной скважины лежат на нашем сайте, Валерий. Они на сайте нашем лежат, но я еще раз повторяю. Ну сколько много? Значит, я говорю, Анна, если бы вы нас предупредили, хорошо, что вы приедете, мы бы подготовили экологических специалистов смотрите, и наши Анна, экологические документы. Анна, послушайте, Матна, те документы, которые у вас сейчас есть на сайте, они людям не отвечают на вопросы. Мы очень просим добиться определенной полноты. Еще раз хочу сказать, для того, чтобы ученые, вчера человек говорил, да, он у него на бурение, а ВОЗ есть. А проект, он там нету на бурение, а ВОЗ есть на бурение. Я вам еще раз говорю, мы говорим сейчас словами специалистов. Вы должны предоставить тот пакет документов, который бы ученым, независимым, к которому обратятся громады, дал возможность определить, насколько у вас полнота, насколько правдивость, насколько безопасность. А по поводу программ экологических, то есть для громады социальных, честно скажу, это просто должно быть конкретно, такое-то село будет то-то, то-то, то-то на такую-то сумму в течение такого времени. Но это как бы вопрос громады, я немножко акцентирую на экологической составляющей. Ну, вот, поэтому ну, спасибо. Спасибо, Валерий. Спасибо всем. Я все передам своим коллегам. Спасибо. Нормально без касок пошли. Над нами поиздевались 7 или 8, да? 7. Они решили 7 козлят, взяли 7 козлят, повели, да? Сказали, 7 человек, не больше. А эти все пошли.